Итак, друзья, всем привет! Как скачать с официального сайта приложение ВТБ онлайн и Сбер онлайн, потому что Сбер ВТБ удалили из-за санкций из Google Play и App Store. Соответственно, ВТБ онлайн все очень просто. onlineVTB.ru и нажимаете скачать для Android. Вот здесь вот нажимаете, скачиваете АПК-шечку и запускаете ее на вашем устройстве. Значит, так что все достаточно быстро. Вот уже АПК-шечка пошла, уже значит, почти установилась, точнее скачалась, но до сих пор нет, еще до сих пор скачивается. Ну, пока перейдем в Сбербанк онлайн, и здесь вот тоже у нас есть скачать Android, ждем несколько секунд и, соответственно, тоже скачиваем, погнали. Соответственно, Сбербанк онлайн весит где-то 300 мегабайт, и я так подозреваю, что где-то в районе стольки же. О, нет, ВТБ онлайн весит 400 мегабайт, да. И 262 мегабайта, значит, Сбербанк онлайн и, значит, АПК-шечка ВТБ, еще раз повторяю, 401 мегабайт. Так что у меня они еще скачиваются. Друзья, вот, собственно, и все. Это официальные сайты, как видите, ВТБ онлайн и Сбербанк онлайн. По ссылке в описании. Всем пока, до свидания.